В Испании нарастает недовольство в отношении противоречивого решения правительства Мариано Рахоя отлучить нелегальных иммигрантов от бесплатного медицинского обслуживания. Под распространяемым в интернете специальным манифестом подписались уже около 900 врачей, отказывающихся выполнять распоряжения, вступающие в силу с 1 сентября, которые, по их словам, не отвечают профессиональной этике. Это не решит проблем. Кроме того, это противоречит нашим профессиональным правилам. Поэтому наша ассоциация продолжит оказание помощи людям так же, как это было до сих пор, говорит представитель ассоциации врачей, объединяющий почти 20 тысяч испанских медиков. Не намерены поддерживать решение Мадрида и некоторые регионы. Власти Андалузии, Астурии, Каталонии и страны Басков уже заявили, что медицинская помощь для нелегалов останется бесплатной. Это бессмысленно. В этом законе нет ни солидарности, ни логики, говорит заместитель главы правительства Андалузии. Я не могу понять, как законодатели могут ставить деньги выше человеческого существа. Новый закон – одна из мер экономии, принимаемых правительством с целью сокращения бюджетного дефицита. На нем власти рассчитывают сэкономить около миллиарда евро и советуют иммигрантам приезжать в Испанию на законных основаниях.